нашел закрытые тоннели в Майнкрафте. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак. Сегодня мы посмотрим на новые закрытые тоннели. Сегодня у нас в видосике вот такие персонажи. Это Глент, Сиреноголовый, Красный Хаги-Ваги, Привет, сосед, и Фредди Аниматроник. Друзья, мы посмотрим, я думаю, надеюсь, увидим всех. Ну и начнем, наверное, с Фредди. Погнали вот к нему, так, ломаем его защитные решеточки и отправляемся в первый тоннель. Погнали! Так, где это мы? Вон он, Фредди, ребяточки! На меня напали 2 сиреноголовых! Давай, раскидывай их! Надя, получайте! На-на-на-на-на! Ребята, нужно их уничтожить и спасти Фредди! Так, сейчас мы вот так вот дробовичком... Ба-ба-ба! Найс, отлично, друзья! Фредди, привет! Привет! Здорово! Тут еще Хаги-Ваги! О, красный! Стоп, подождите, я их сиреноголовых примутузил! Они же из других тоннелей! Че, вы все вместе, что ли? Да-да! Они напали на мой тоннель! Понятно, Фредди. Ладно, ничего страшного, мы тебя спасем. Ух ты, что там происходит? Там кто-то в ловушке. Мы сейчас их обязательно спасем. Фредди, ты можешь идти со мной, погнали. Будешь мне помогать справляться с этими монстрягами. Сейчас я перезаряжу дробовичок и вот так вот бра-ба-ба-ба-бам. На, получай, монстряга. Так, тихо, аккуратно. Ба-ба-ба-ба-бам. Так, а мне меча вообще никакого не дали, зато у меня есть лук и стрелы. Ну-ка, бадыщ, на тебе, получай, Хаги-Вагик, на тебе. Короче, мы возьмем пулемет и вот так вот наваляем ему. Айда, Фредди, погнали со мной. Сейчас мы спустимся вниз и замутузим всех этих монстров. Так, отлично, найс. Фреддик, ты не потеряйся, ладно, айда за мной. Опа, здесь у нас еще и автобус гигантский. Трюшный автобус. Ладно, давайте его скинем. Друзья, нам надо все вместе собрать много-много лайков. И тогда мы уничтожим всех этих монстров и поможем Фредди, окей? Все, давайте. Ставьте лайк, а мы погнали справляться с монстрами. Так, пошли. О, здесь у нас и сосед. Да, друзья, все монстрики собрались вместе. На тебе. Хорошо, что Фредди добрый у нас. Так, на, получай. Отлично. Значит, где-то здесь должен быть и Глент. Слушай, Фредди, ты не знаешь, где Глент? Да, знаю. Они поймали его в ловушке и держат его там. А что? Мы его обязательно спасем. О, миньон? Так, Фредди, погнали со мной. Так, только аккуратно. Аккуратно вот сюда спускайся. Кажется, миньон там застрял. Так, давайте-ка спустимся. Эй, миньончик, привет. Помоги. Я тут не умею плавать. Так, миньон, чем я тебе помогу? Я как тебя вытащу-то? Там есть вода! В губке! Какие губки? Ладно, сейчас посмотрим. А, вон! Фредди, айда! Нам нужно взять губки, сейчас мы вытащим оттуда нашего миньончика. Просто нужно осушить бассейн. Так, я застрял, сейчас! Так, пэнкс, отлично, все, высушили. И вторую поставим вот сюда. Так, поставься. Отлично, все, миньончик, погнали с нами. Давай, ой, пошли, выбираемся отсюда. Я уже и Фредди, и тебя спас, отлично. Фредди, дружище, ты тоже с нами отправляйся, погнали. О, ё-моё, мы длинные ноги. Я тебя даже как-то и не заметил, и горка. Ух ты, так, ребяточки, будьте осторожнее, хорошо? Давайте, погнали, на тебя, получай. Берем, короче, пушку, па-па-па-па-па-па-па, на тебе, отлично. И вот эту горку тоже надо замутузить. О, Глент, ребята, они поймали его и держат в тюрьме. Ладно, сейчас мы освободим Глента и справимся с этими монстрами. Так, давайте-ка перезаряжаем пушечку. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. На тебе, давай. Найс. Фух, мы справились, ребяточки. Мы большие молодцы. Так, давайте-ка вытащим отсюда теперь вот нашего друга Глента. Его посадили в тюрьму. Написано Danger. Окей, давайте сломаем вот это вот стекло и пройдем внутрь. Здорово! А у меня есть супер лук. Чё ты мне на это скажешь? На тебе! Бэм! Бэм!
Отлично. Стоп, не все сразу. Берем пулемет, иначе они меня замутузят. Так, миньоны, Фредди, отойдите. Мне не дали никаких нагрудников, вообще никакой брони. Так что у меня хпшки заканчиваются, надо быть осторожней. Так, на, типа, получай. Отлично, одного замутузили. Это желтые ребяшки. Кирка, я знаю, как мы спасем Глента. Отлично. С него выпала Глента, это, наверное... Глента, Кирка выпала с него. Наверное, этот желтый был охранником. Здорово, Глент, я тебя сейчас спасу. Да-да, спасибо большое, зомбак. Да, погнали с нами. Отлично, мы уже спасли Фредди, миньона и Глента. Так, о, там еще много миньонов. Так, смотри, два миньона, это твои друзья? Ой, Глент, ты попался в ловушку. Так, подожди. У меня есть камень души, чтобы тебя вытащить. Ух, слушайте, мы могли им и раньше воспользоваться. Так, отлично, Глента мы вытащили. Здесь все это время была секретная ловушка. Ё-моё, смотрите, я мог сам в нее попасть. Ух, Глент, как хорошо, что мы с тобой все вместе туда не провалились. Так, вам лучше остаться здесь, я сам зайду во вторую комнату и спасу остальных миньонов, хорошо? Окей. Да-да, давай. Все, отлично, ребят, обходим эту ловушку стороной. Здесь реально очень интересно. Так, давайте ломаем это все. Здравствуйте. А, миньоны! Тихо. Отошли от меня подальше. Давай, подходи. Это зомби-миньон, ребят. Они зомбифицировались и превратились вот в таких зомби. Так, на тебе. Получай. Так, мне нужно, короче, перезарядиться. Бэм, отлично. Здорово, миньончики. Привет, зомбак, ты за нами пришел? Да, я пришел, чтобы вас спасти. Сейчас мы возьмем Кирочку и вытащим вас отсюда. Отлично, погнали со мной. Только, пожалуйста, аккуратненько не упадите вот в эту ловушку. Она специально для вас, наверное, поставлена. Хотя, наверное, не меня хотели поймать. Ага, отлично. О, там стрелка, я знаю, куда нам идти. Миньончики, стойте здесь, я тогда с другими ребятами я пойду дальше, друзья. Нас ждет еще следующий портал, погнали! Так, и где мы? А, хаги-ваги! Ё-моё, тихо, нет, подальше от меня, держитесь от меня, Ага, они меня замутузили, ребят! Они смогли меня замутузить! Тихо! Ух, как же давно меня монстры не побеждали, но они это смогли сделать, капец! Ладно, сейчас мы с ними справимся. Так, берем, короче, пушечки. Мне надо перезарядить пушки. Я больше с неперезаряженными пушками к ним не пойду. Серьезно. Так, берем, перезаряжаем, тратим все патроны. У меня, видите, вон патронов еще много. Так, отлично. Здорово, эволюционировавший желтый. Здесь надо прыгать аккуратней. Так, давай-ка мы его издалека вот так замутузим. Ну, типа, получай! Отлично. Что здесь? Эндерперлы. Давайте ими воспользуемся. Ага, здесь надо, наверное, мне вон туда перебраться. Аккуратненько бросаем и... Ух, я докинул! Я прям на самый край докинул, капец. Я добросил. Опа, чтобы пройти дальше, нужно уничтожать этих монстров. Окей, это мы умеем. На тебе. Так, меня пустите? Отлично. Ага, раскопочки. Так, что у нас тут? Ага, мне кажется, или там тоже ловушка. Тут что-то подозрительное. Да, здесь ловушка. Зачем же я тогда в нее прыгнул? Так, мне надо выбраться отсюда. Опять я с самого начала. Ладно, мы пройдем это испытание. Оп. Ух, чуть в лаву не упал. Это, ребят, радужная лава, она очень крутая. Так, ну, точнее, очень опасная. Так, проходим. Видите, здесь опять ловушки. Ах, понаставили. Нам надо вот так перепрыгнуть. Здорово, Бонза. Привет, кролик Бонза. Так, отлично. И тебя тоже уничтожу. Отлично. Ух ты, у них тут свой пляжный сезон. Смотрите, везде бассейны расставили. Вы это видите? Ага, это сундук. Так, и какой-то рычажок. Наверное, он нам понадобится. Так, куда мне дальше? Ага, спускаться в какое-то подземелье. Сумасшедшая яма. Пиум! Отлично, мы где-то внизу. Как же тут красиво, капец. А как пройти дальше? А, стоп, я же выиграл какой-то рычаг нашел. Так, отлично. Ё-моё! Нет. Я не хочу туда. Давайте выберемся с другой стороны. А как теперь вылезти? Стоп, подождите. Опа, я вылез. Может, мы не пойдем туда, а? Там гигантская ужасная утка. Блин, мне страшно, ребят. Мне очень страшно. Вы видели эту гигантскую утку? Там какая-то подземелье. Ладно, давайте так. Если вы прямо сейчас тыкните лайк, я пойду. Окей? Все, погнали, друзья.
Давайте. Ваш лайк помогает мне справиться со страхом. Так, открываем. Ох, какое страшное подземелье. Жесть, как тут все стрёмно. Здоровенько, уточка. Ты пришел ко мне. Ё-моё, отстань от меня. Сколько это луна утка, ребят. Сколько же у нее лап торчит. Так, ладно, сейчас мы с ней справимся. Ты там в тени прячешься, давай. Подходи, подходи, я тебя не боюсь. Ладно, мне лайки ставят, значит, я тебя могу не бояться. Так, берем пулемет, автоматы и мутузим, мутузим. Здесь, ребят, все горит, у него в паутине, мы реально в какой-то страшной пещере. Берем пулемет и замутузиваем. Найс, да ты такая слабая уточка. Найс, мы ее победили. Ребят, я очень рад, давайте прыгнем в портал. Погнали! Так, возвращаемся обратно. Слушайте, я очень не ожидал встретить всех, да, всех персонажей мы сегодня увидели. В одном туннеле они все напали на Фредди. Кого-то захватили, кого-то кто-то просто пришел туда. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки и подпишитесь на мой канал. С вами был Зомбак. Пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!